боролся в течение 3 месяцев. Не стало известного актера. Привет, друзья! Ставьте на паузу, подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. В Лос-Анджелесе в воскресенье, после нескольких месяцев борьбы с осложнениями COVID-19, скончался звезда американских мюзиклов, 41-летний канадский актер Ник Кордеро. Супруга Кордеро, Аманда Клутц, написала в Инстаграм, что артист боролся за жизнь в течение 3 месяцев. До сих пор не верю и страдаю. Мое сердце разбито, потому что не могу представить себе жизни без него. У Бога теперь еще один ангел на небесах. Женщина поблагодарила поклонников за их поддержку в течение последних 95 дней с тех пор, как актер заразился вирусом. Знаменитость поступил в отделение интенсивной терапии 31 марта с затрудненным дыханием и первоначально диагностированной пневмонией. 2 теста на COVID-19 были отрицательными, а 3-й оказался положительным. Через 2 недели здоровье Кордеро значительно ухудшилось. Он неожиданно потерял сознание, и врачам пришлось его реанимировать. Впервые Ник Кордеро появился на сцене на Бродвее в 2014 году в спектакле «Пули над Бродвеем». За роль Чича в мюзикле он был номинирован на престижную театральную премию «Тони» в категории «Лучший актер». Кордеро снимался в фильмах «Реальные парни», «Моб Таун» и исполнял роль в сериале «Голубая кровь» на телеканале CBS. Искренние и глубокие соболезнования близким, родным, поклонникам. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.